Валера называет себя сталкером. С 89 года он водит людей в аномальную зону. Сейчас машина едет к месту, где летом 95 года Валера снял на видеопленку оранжевый шар. Представляете, все получилось, как во сне. То есть я поставил машину, ну, ни на что совершенно не надеясь, конечно. Пошел гулять по этой поляне. Вот дошел буквально вот до этого места. Поворачиваюсь и смотрю, вот за этими деревьями летит оранжевый шар. Только что где-то здесь промелькнул оранжевый шар. Он сейчас должен... где-то вот здесь вот появится. Ну и спустя какое-то время я его увидел и начал снимать. К сожалению, в камеру я ничего не вижу. Глазами я его вижу. Вот прямо снимаю, прямо где он есть. Так, попробую подойти поближе. Чем ближе я подходил к нему, тем сильнее ощущались определенные вибрации. Появлялось ощущение какое-то, что ты находишься в зоне чего-то другого, то есть своеобразное ощущение именно на таком на душевном уровне, то есть в области солнечного сплетения появляются такие чисто даже физические ощущения, которые, ну, в общем-то, ни с чем не спутаешь. Снимать было очень сложно, хотелось бросить камеру, как-то бежать туда быстрее. Четко вижу его в окуляр. Вот сейчас я его четко вижу белым, таким дымчатым пятном. Не знаю, получится или нет. Четко вижу его. Четко вижу, вот, десятикратное увеличение. Так, где же он? Черт, опять не вижу. Поведение шара было осмысленное достаточно. Так, я сейчас уже успокоюсь в лодке, анализирую свои впечатления. Как только шар находился в прямой видимости, я его очень четко снимал. То есть это было, наверное, секунды две, вот он был четко в кадре. Потом он растворялся или уплывал, то есть сложно было сказать. То есть это как-то исчезал. Я опять искал положение, где бы я его видел. Опять снимал, опять несколько секунд, он опять уходит. Уходит, черт возьми. Уходит. Вот он где-то там. Где-то впереди. Уходит. Уходит. С камерой я не решил приближаться ближе. Как бы чего не вышло. Мне приснился сон, что... я вот именно поворачиваюсь вот к лесу, и из-за леса выходит, улетает вот этот вот, летит этот шар. И представляете, вот как вот я видел во сне вот этот вот, вот эти вот секунды, как я поворачиваюсь вот так вот, смотрю на эти деревья. И так вот все и было. Зону в октябре 83 года открыл бывший сотрудник Пермского института охраны окружающей среды в угольной промышленности Эмиль Бачурин. Ну, началось, собственно, случайно, что мне удалось, ну, посчастливилось или нет, найти место посадки достоверное, значит, крупного объекта. Эмиль Федорович привел в зону первых исследователей, в число которых уже в 89 году попал и журналист.
прибалтийской газете «Советская молодежь» появилась серия статей под заголовком «Эмский треугольник». Журналист Павел Мухартов красочно расписал прелести общения с инопланетянами, после чего в зону хлынули сотни паломников. Мухартов использовал на всю катушку собранную им дезинформацию. Главное его было, значит, вина не вина, а главное, что он сделал самое не по совести, самое то, что выдал, что все то, что тут наблюдалось, по сути дела, уже за, значит, 5 лет, 6 лет, то, что это произошло за те 8 дней, которые он тут находился, с непосредственным участием. Хорошо, что еще после его уже отъезда отсюда нашли самый пень осину, вернее, ствол осины, пробитый лазером. То бы сам Мухартов наверняка написал, что это стреляли по нему. Прежде чем рассказывать об инопланетянах, немного о том месте, где они живут. В конце 17 века на месте впадения речки Молебной в реку Сылва возник чугуноделательный завод. Он успешно действовал до 1906 года. Само название «Молебная речка» получило из-за находящегося в этих местах жертвенника оленеводов манси. С приходом русских поселенцев манси перестали приносить здесь жертвы, но остались Молебная речка и деревня Молебка. Бурные весенние воды Молебной речки до сих пор вымывают из берега шлак и невыработанную породу. Речка делит деревню на две части, расположенные на противостоящих холмах. География Молебки проста. Гора, на которой стоишь, называется «Эта». Противоположная в этот момент называется «Та». Если перейдешь на ту гору, то уже она для тебя станет «Этой», а гора, на которой стоял, называется «Той». Сейчас мы стоим на этой горе, а на той можно увидеть противопожарную стену, один из двух архитектурных памятников Молебки. Архитектор неизвестен, не очень понятны назначения сооружения. Кого и что могла спасать от пожара стена, жители села не помнят. Второй достопримечательностью является полуразрушенная церковь. Как и большинство культовых сооружений в советские времена, она была складом, а сейчас стоит заброшена и полуразрушена. Вообще, в лучшие времена население Молебки насчитывало несколько тысяч человек. Сегодня здесь живет 200 людей. Основной источник дохода – пенсии стариков. Колхоз давно развалился, из 70 тракторов осталось 2, из 25 комбайнов – 1. Я думаю, у меня мультики пошли. Она говорит, вот, видишь, там светится. Я говорю, это луна, и все, пошли домой. Mm-hmm. Потом лег, а что, какая луна, если она уже луна? Луна вот здесь сходит все-таки. Вышел, оно вот начало садиться, и раз, и потухло. А лес-то посох? Да не, ребята, что-то есть. Что-то есть. Говорить даже. Что? Я бабушке рассказывал, я у нее спрашивал тоже, он говорил, вспомни, что. Вот, говорит, над прудом часто видела черные кораблики, говорит, зависнут и висят. Пойдем раньше провожать. Черные кораблики, говорит. Раньше было, вот у меня отец покойничек видел, раньше. Вон он, говорит, иди с хвостом на. Летел, говорит, раз рассыпался. Я, говорит, хотел туда побежать. Мужики, говорит, да ты что это, говорит, нечистая сила она. Я-то не знаю, я думал, что у меня уж мультики начались. Вот мы с Мишкой видели, и главное дело выплыли, уже темно, давай мы поплывем лучить. Все, раз, расцвело, она летит. Как она пролетела, сразу раз, темно стало, и все, и мы... Даже удивились, понимаешь? Вылетит шар, вот он, светится. Главное, ярко, шибко светится, вот в чем дело.
А у Верки Лецкой, вон, дома есть. Она, говорит, выйдет и стоят, говорит, один, стоит, говорит, такой штуки, ну, знаешь, блестит все, говорит, в этой, одетый. Ты, говорит, что пришел? Мне, говорит, надо тебя, ты понимаешь ее, надо, говорит, тебя. Все, и она, говорит, постояла, что, плюнула, все, развернулась. Снова мужика позвал, вышли, все, никого нет. Зона находится на другом берегу Сылвы. Чтобы туда попасть в этот приезд, сталкеру Валерии и тем, кого он вел, пришлось по-настоящему рискнуть. Сылву переплывали в утлых плоскодонках в довольно ощутимый ледоход. Заплыви под лодку или толкни ее даже небольшого размера льдина, и быстрое течение вместе с ледяной водой просто погубили бы Валеру и его спутников. Гонораром-перевозчиком послужили две бутылки водки. В эту цену входила и обратная переправа, но вернуться надо было до темноты. На это и рассчитывали, потому и не взяли с собой ни еды, ни теплых вещей. Это место считается границей традиционной зоны. Здесь раньше стояла такая калиточка, на ней было написано «зона». Мы находимся в центре зоны. Эта поляна называется «центральная». Здесь обычно все останавливаются посетители, так сказать, любители непознанного. Летом тут обычно бывает много палаток, постоянно живут люди, приезжают группы, человек по 10-15. Это место выселки. Это очень удивительное место. Я называю его гостиная зона.
В этот вечер переправиться обратно не удалось. По Сылве шел сплошной лед. На границе зоны нашли лагерь, где и заночевали. Совершенно куда-то в другое, в общем-то. Вот там вот, где вот основная стоянка, же у реки обычно стоят. Да. А мы вот, знаешь, там, где дом-то развален, и сейчас ничего не осталось. Ну, конечно, знаю. Вот. И вот еще маленько чуть-чуть подальше вот пройдешь, да, следующая полянка. Ну, как не знать-то? Ну-ка, давай дальше. Мы там постоянно, между прочим, останавливаемся. Тут немножко зашел. В том раз вижу мужчину в таком, знаешь, в черном стоит. Я оторопел, у меня и лапки-то все выпали, нафиг. Он телепатически рот не раскрывает. Тебе, говорит, помочь, мужчина тебе помочь. Я говорю, у меня рот-то открылся, у меня все выпало. Я-то присел сам. Потом это все собрал. Он моментально исчез вообще. А какого роста был? Да метра два, наверное, с лишним. Ну, то есть значительно выше человеческого, да? Да. Рассказ Сереги полностью повторил одно из самых сильных впечатлений Валеры. Несколько лет назад сталкер привел в зону очередную группу людей. Ночью группа пошла через выселки, разделившись. Валера шел один, и в том же месте, которое описал Серега, в такой же обстановке он столкнулся с черным человеком. А я на выселке жил. Там, когда все распалось, мы сюда переехали. Ну, видишь, летают. Самолеты частенько летают туда. Приземляются. Там самолеты приземляются? Mm-hmm. А как они выглядят, самолеты? Какие, с крыльями? А что тебе знать, с крыльями, большие самолеты. Он ему сказал, что, говорит, ты приедешь, и ты, говорит, первый на контакт вышел, в смысле, выйдешь. И он это сам, действительно. Ему даже предлагали сесть. Все, говорит, передо мной, говорит, дверь такая небольшая, шар стоит. Он, говорит, как-то, говорит, страшновато первый раз, говорит, отказался. Что касается существ, тех, которых видели достоверно, и которые следы оставляли, значит, это все человекоподобные существа. Вот. Одни совсем как люди, другие как люди, но гиганты. Очень часто здесь даже снимки есть, значит, такие, как бы фигура, ну, прозрачная на снимке. Просто метра по 4, по 5, которая движется по воздуху. Это человекоподобное существо. Значит, более четких снимков самое нет. Именно сущности, сейчас. Наблюдали самые, значит, маленькие такие фигурки, где-то метр 20 примерно, ростом метр 30, но, возможно, это дети. Значит, у них такой характерный след, восьмерка, не совсем человеческий, но тоже был, говорит, обувь. Вот. И тоже такую крупную фигуру такого типа я тоже видел. С удалением метров 50, причем рано утром в тумане. Значит, это классика уфологии. Фигура в белом. Вот здесь как луна, думал, говорит, луна, красный шар. Ну, сбегала, да, Анна Дмитриевна, ну, он председателя сельского совета мать. Вышла, все, посмотрели, действительно, висит. Ну, висит. Ну, только он не так, как луна, он красный такой. Ну, повисел, да. Светоярко. Все, раз, и смылся, и не стало его. С невидимкой контакт был. Единственное, что там было достоверно, то, что он даже закурил, сказавши, что вредные привычки людей приходится усваивать. А я все ждал, когда вспомнил Уэльса, и ждал, когда самое у него дым пойдет во внутренности. Да, я его увижу. Или его строение увижу. Да, но этого не произошло. Да. Там в голове какой-то, знаешь, понимаешь, в голове что-то делаться уже не то. Вот ты идешь туда. Просто идешь, как это, как автомат, идешь вот. Говорю, я трактор, что, всю ночь его дергал, толку ничего. А вот тут им раз, тут завелся. Да моряк, возьми тот же моряк, смотри, куда заехал. Он заехал вообще, его видно, да он туда свел. Всю ночь простоял. Всю ночь, уперся, да, в дерево. Уперся в дерево, все. И стоял, буксовал. Утром встал, все, завел хоть бы что. Уже когда-то, понимаешь, появляются потребности. Уже, знаешь, частично уходишь от этого всего материального, она как-то, знаешь, не то, что на втором плане, там вообще где-то на десятом. Ну, есть и есть, блядь.
А это кажется как-то важнее, гораздо и лучше. Многие тайны и легенды зоны фактически вписываются в понятие анекдот. Однажды летом тут произошел со мной очень забавный случай. Это достаточно высокое место, и я люблю здесь останавливать машину, залазить, значит, на будочку и с биноклем просто наблюдать за небом, за лесом. И вот мы с товарищем приехали, загнали машину на это поле, трава была тут очень большая, залезли наверх, на крышу, и спокойно лежим, разглядываем, смотрим на звезды, и вдруг слышим где-то около машины такие взволнованный шепот, взволнованные голоса. Вот. Очень удивились, начали приглядываться. Ну, внизу туман, то есть так, ничего не видно, видно какие-то силуэты. Смотрим, пригляделись, стоит толпа, человек, наверное, 15. Вот. И тут мы поняли, что мою машину приняли за космический корабль. И ребята сейчас обсуждают, как войти в контакт. То есть что надо делать? То есть такие версии, что надо телепатически выйти, установить контакт с этим объектом, посветить фонариком, азбукой Морзе. Вот. Ну это все продолжалось где-то минут 10. Причем подойти поближе никто так и не решался. Были версии уже, откуда это корабль. Может быть, это тот корабль, который материализовался из шара, который видели недавно там. То есть разные версии. Ну, честно говоря, мы не выдержали где-то больше 15 минут этого такого спектакля. Засмеялись, причем люди были вообще шокированы. Справедливости ради скажу, что когда мы с дороги посмотрели на машину, отошли, действительно, в тумане как-то поблескивающие стекла у фургона, они действительно напоминали какую-то сказочную такую летающую тарелку, правда, несколько нетрадиционной формы. Утром после переправы смотрели фотографии и рисунки Сереги. Валера взял несколько снимков для своей коллекции. Валера считает, что аномальная зона вовсе не ограничивается теми местами, что за Сылвой. По другую сторону деревни у сталкера есть свои любимые места. Каждый человек должен открыть для себя здесь свои места. То есть он должен найти дорогу к ним. Вот на этой полянке я называю ее оздоровительной. У меня как раз позвоночник болел, я его перегрузил. И буквально я зашел на эту полянку. И вдруг почувствовал, что у меня с позвоночником что-то творится такое хорошее. Через несколько минут у меня боль ушла. Появилось ощущение такого здорового позвоночника. И я частенько захожу сюда, когда чувствую какую-то усталость, недомогание. И буквально полчаса здесь снимаются эти вот неприятные ощущения. Здесь нет предпосылок для того, чтобы здесь был такой лес. Обычно вот такой лес бывает где? Где болотистая местность, где много влаги, то есть где, допустим, были пожарища. А здесь же нет следов обугленных деревьев, то есть кроны у них не обугленные. Болота здесь нет, здесь, в принципе, сухо. То есть, по идее, здесь гора, то есть здесь должен расти нормальный, здоровый лес. В принципе, люди же сейчас не смотрят в небо совсем. То есть, ну, может быть, где-нибудь там перед сном выглядут, идет ли дождик. Выглянут в окошко, там глянут там, на звезды. Тем более в городе звезд как таковых-то в принципе и нет. Также и здесь малепки. То есть люди же в основном заняты своими делами, и они не смотрят в небо. Может, поэтому и объясняется, что они достаточно, в общем-то, редко видят вот именно, что там в небе происходит. В
Думают ли эти муравьи о сути редких появлений у муравейника наших сапог? Как классифицируют они тракторы, грузовики, рев моторов и выхлопные газы? Что понимают в этом муравьи?